Региональный фонд поддержки предпринимательства выиграл международный грант для проекта системы сертификации качества в агротуристическом бизнесе. Общая сумма средств, предоставленных Евросоюзом, составила около 70 тысяч евро. Об этом и некоторых других проектах шла речь на координационном совете по предпринимательству. Общие границы, общее решение. Бассейн Черного моря в региональной сети бизнес-инкубаторов. Сразу предупреждают, привлечение грантовых средств не подразумевает создание некой материально-технической базы. Эти гранты являются как бы учебными, консультационными, инновационными. И мы для того, чтобы приблизить это к действительности реализации BINET-инкубаторов, мы заключили договор о сотрудничестве с экономическим факультетом Запорожского национального университета. За два года, отпущенные на проект, планируют создать не менее двух бизнес-инкубаторов. Один в университете, другой в фонде поддержки предпринимательства. Выиграли еще один грант – создание кластеров агротуризма на приграничной территории Черноморского бассейна. По этому гранту у нас предусмотрены активные исследования посредством ученых Запорожского национального университета. Они уже сейчас ведутся. Это и текущее состояние с агротуризма в Запорожской области и в Украине, сравнение его с аналогами, позитивными аналогами в странах Западной Европы. Мы понимаем, что завод не все смогут принять участие в семинарах, но за этот год наработать нормативную правовую базу, чтобы если у кого-то возникнет желание или деньги появятся на эти цели, то чтобы они не изобретали велосипед, а приехали в фонд и сказали, дайте нам, пожалуйста, документацию, и мы готовы работать в этом направлении. Грант по сертификации подразумевает коммуникацию между странами-партнерами и выдачу единых международных стандартов качества. Так, в 2015-м рассчитывают выдать минимум 5 таких сертификатов по агротуризму для каждой страны. Кроме того, на рассмотрении в Еврокомиссии сейчас находится 35 проектов в Запорожской области на диверсификацию сельских районов.